запрыскивает. Иди. И не иди, она не опалает. Видно, что не так. А не подскажете, по еврейской тропе правильно идем? А как надо? Пахнет прекрасно. Какой дорогой нам лучше идти, скажи?
Вот это тот самый горельник. Вот и хорошо, что он зарастает лиственными породами. Они менее восприимчивы к пожару. Фисташка вон всякая там. Да. Вот это все, видишь, бревна валяются. Вот это все горело. Обалдеть. Как много сгорело. Сейчас дойдем до этой развилки и отдохнем. Замолчит. Ну тогда я вперед пойду, догонишь.
Как прям какие-то араукарии. Вон Шанкая, куда я первоначально предлагал пойти.
дорогой вверх, вот к той стене. Вот, Коцевели как на ладони прям. От края отойди, Коцевели. Голубой залив. Сейчас, смотри, сейчас. Вон лавочка посидеть. А вот бук пошел. Вполне еще зеленых листьев много.
Я на смотровой, иди сюда. О, слушай, супер. Вот здесь четко прям показывает, что мы не смотровые. Угу. Ну отлично. Не наступай, не наступай. Да не волнуйся. Мошки достали. Давай здесь привал сделаем. Который над нами? Так, вот груша лохолистная добавилась. И шайники пошли. Криволесье. Как прям криволесье какое-то. Хотя нет, просто невысокие. Поздравляю вас, вы на Яйле. Вон шары, яйца динозавра на Айпетре, над Айпетре. А, то есть
И вот тут ты просто сейчас посмотришь по нашему опыту уже хождению, что это плоскость, что это тьфу просто. Там что-то около 6-8 километров написано. А, вон, ну иди сюда, вот ты не видишь отсюда, вон они. Все, я вижу только что. Вон они, как близко. Это Кирезлы, где мы вчера, поскольку она была по диагонали, не вчера, а два дня назад, где были. Вот тоже очень близко идти сюда. Ну а теперь у нас последний вот отрезочек, вот залезть на эту скалу и все. Красиво, красиво. Ну вот там проходит дорога дальше, вот так вот, старая дорога. Ялта-Бахчисарай. Ну-ка, пойдем сразу. Там будем еще передыхи устраивать. 5-го. Интересно, это что, Мысайя или что это? Такой обрыв. Очень похоже. Вот тропа что-то сюда идет. Давай по... А, тут тоже тропа идет, да? Ну давай, сейчас я фотик заберу. А? Да. В низинке. Не, мотоциклисты вот там. Явно очень похоже на Мысайя. Может, это Сарыч? Что-то не понимаю, нет. А я дальше, наверное, брежу. Да-да-да.
все такое маленькое. Прям маленькое. Мария. Дальше вон Костропль. Это Отторженец. Закрыл вид. Понизовка, Коцевели. Голубой залив, Кошка с Дивой. Да, Семеис. Алупка. И пошло дальше туда Мисхор. Все за угол к Ялте вон даже видно. Тут у нас Айпетринская Яйла. Все-таки мне вот очень интересно, это что, Сарыч или это Айя? Не понимаю я, что такое за обрыв крутой к морю. Кушкая или все-таки что-то ближе? Это что за дорога уже? Вот там кусок. Это основная трасса, где лук продают. Под надписью Ялтинский лук. Кошка. На фоне кошки и закончить. Отойди с края, отойди. Отойди, я тебе говорю. Отойду сейчас, снимай дальше. Ну все, снимай, что ты? Покажи дальше, покрути вправо.
крошечный вертолет летит. Осторожный, над пропастью прям. Какая тут пропасть? Прям точка. Как раз над этим долгостроем летит. А шум как бы опаздывает, эхо в другую сторону, в гору. Какая красота. Сейчас были вот там наверху. Осторожно, смотри под ноги. А, птичка. Вот. Последствия пожара того. Слава богу, живые деревья. Вот видишь, омела. Что ты делаешь вот в телефоне, а?
шамка я. Доставай телефон, посмотрим, проверим карту. Если у нас на даче есть рыба, как ты думаешь, есть она или нет? Мне кажется, что церкви там где-то, священника. Так. И вот это вот, знаешь, вот, то есть вот это вот. And the winner is...